From Iceland's side, we are very interested in cooperation with. Вчера у нас была встреча в Министерстве иностранных дел, где я также озвучил основные направления, в которых мы могли бы сотрудничать, которые могли бы быть успешно и внедрены в Кыргызской республике. Мы хотели бы как раз об этом поговорить и предложить сотрудничество в этом направлении, потому что во время, когда изменение климата становится глобальным вопросом, очень важно использовать возобновляемые источники энергии, а также зеленые технологии, чтобы развивать страны.